Как что? Как вам Камила? Камила потрясающая. Она похожа на какую-то хрупкую куколку. И вот ее как-то хочется холить и лелеять. Я не знаю, это почему-то у меня такое сложилось впечатление. И пусть ее зрители, ее фанаты и все вокруг ее холят и лелеют. А мы будем ей хлопать, поддерживать и любить. Ну что ж, друзья, холим и лелеем Камилу. Я присоединяюсь ко всем поздравлениям девочек. Камила, удачи тебе и творческих успехов. Спасибо тебе большое. И прекрасная виновница сегодняшнего торжества, девушка с прекрасными голубыми, ярко-голубыми глазами, Камила. Здравствуй, Камила, расскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний день, как тебе сегодняшний вечер? Очень волнующий. Это знаменательный день моей жизни, и я безумно счастлива, и я полна настолько, меня переполняет эмоциями, что я даже не могу описать свое состояние. Ну расскажи, как тебе атмосфера в зале? На самом деле, вот как говорят, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот чисто мои ощущения, в зале невероятная энергетика, все позитивные, дружелюбные, такие вот, знаешь, теплая домашняя атмосфера. Других не держим, мы старались. Я сама не ожидала, что сегодня будет именно так, и для меня это тоже, сюрприз, но... Очень приятно. Сегодня вы видели, наверное, что происходило на сцене. Ох, видели! Да, сегодня мне сделали много сюрпризов. И... Что ж, замечу, что Камила на сегодняшний вечер несколько раз переоделась, собственно говоря. И вот сейчас она стоит в таком длинном, черном, вечернем, ажурном платье. Очень, очень замечательно. Расскажи, откуда платье такое взяла? Это сделал замечательный дизайнер Иван Рыбников. И он мало того, что его сотворил, так он еще и преподнес его мне в качестве подарка сегодня, чем меня просто ошеломил, обрадовал и сделал счастливой. И я его вообще больше не снимаю. Так, ну я думаю, спать-то в нем... Вот так вот неожиданно. Собственно говоря, ну а познакомить ты можешь с Иваном? Мы сейчас его позовем. Что ж, зовем! Ванечка, подойди к нам, пожалуйста. Вот, собственно говоря, и Иван. Сегодня глаза, голос Камилы оценили все, также и платье. Спасибо тебе за демонстрацию. Все оценили, все спрашивали, красивейшее платье. Все мои девчонки, все, кто подходил, говорили, какое платье красивое. Я говорю, фартануло. Спасибо. А я уточню, что это платье из коллекции «В плену кружев», которое я уже не раз предоставил в показах. И данная коллекция очень большая, я ее представляю в разных городах. Безумно рад сегодня присутствовать здесь, подарить его Камиле, ведь она красотка нереальная, голос ее как мед. Спасибо, Камила. Что ж, Иван, разрешите идиллию несколько нарушить и задать вам один вопрос. Вы вот футболочку в сеточку сегодня выбирали под стать платью Камилы или нет? Это продолжение моей коллекции, я должен соответствовать, кружева. Слушай, отлично. Ну, расскажите, вы же сегодня не один подарок дарили со сценки, я понимаю. Сегодня девочки из Богемного рая выступали также в моих платьях. Ну, что тут сказать, они им подошли, я этому очень рад. Ну, что тут сказать, ну, расскажите, на худеньких вы, на стройненьких шьете? Или девушка, собственно говоря, любой комплекции может вам... Выпускаю не только коллекции, я работаю с клиентами, у меня свое ателье, «Дамский угодник». И я соответствую ему, этому названию. Я угождаю дамам. Все довольны. Что ж, хорошо. Тогда расскажите немножко еще про платье, которое вы шьете для прекрасных и милых дам. Это больше вечерней коллекции или клубные? Запросы разные. Ну вот, расскажите, запросы у наших, у девушек русских большие или не очень? Клиент разный. То есть платье бывает свадебное, бывает вечернее, бывает коктейльные. Уровень тоже разный клиентов. Бывают солидные. Работаю с простыми дамами. Простыми, то есть это офисная одежда, да? Офисные костюмы, платья. То есть ассортимент большой именно пошивочных изделий. Ой, огромный. Ну что ж, тогда от работы, собственно говоря, мы перейдем к сегодняшнему
празднику. Для Камилы это действительно праздник. И вот пока вы так тепло держите друг друга за руки, пожелайте несколько... Приятно держать за руку. Отлично. Пожелайте несколько добрых и теплых слов Камиле. Камила, я, конечно же, надеюсь на дальнейшее сотрудничество в первую очередь. А тебе желаю, чтобы твоя женская красота радовала нас, зрителей, очень долго-долго. А мы постараемся это поддержать всеми силами. Спасибо тебе. Мне очень приятно. Что ж, Камила, расскажи тогда сейчас, над чем ты работаешь. Снимаешь клип, снимаешь песню какую-то, записываешь и так далее. И вообще, расскажи про сегодняшнюю презентацию. Собственно говоря, ты сегодня презентовала песню, которая называется... «Тиамо». Она поется на 9 языках, поется о любви, естественно, о любви, как призыву не воевать, потому что она на разных языках написана, потому что чтобы объединялись все народы мира, как раз у нас сегодня День народного единства, да, вот, чтобы мы не воевали, любили друг друга и с помощью любви дали отпор этому кровопролитию и все, что происходит вокруг нас. В ближайшее время намечаются ли у тебя какие-то концерты, выступления, гастроли, может быть? Я уверена, что они постоянные. Вот сегодня мы поспим и поехали дальше. Камила, вот сейчас, да, у тебя такой определенный этап, да, в творческой твоей жизни. Расскажи, пожалуйста, точнее, нет, пожелай себе что-нибудь, ну, на ближайшие лет 5, вот так вот. Не сдаваться, работать, стремиться и верить. Вот. Окей, ну а потом, собственно говоря, мы посмотрим эту запись и сопоставим, смогла ли ты... стремиться, верить и не сдаваться. Отличного тебе настроения и творческих успехов. Мои любимые, я так рада вас всех сегодня здесь. Платье, надеюсь, она чуть позже в нем выйдет. Я желаю тебе новых побед. Совершенствуй вдвоем. На презентации песни певицы Ла Камила, а рядом со мной девушка с очень жарким именем, и уж не знаю, псевдоним это ее или имя по паспорту, но между тем рядом со мной находится Огнива Жарова. Здравствуй, Огнива. Здравствуйте. Как-то не жарко, ты сейчас со мной поздоровалась, больше энергии. Я смотрю, у тебя даже татуировка подходящая для этого, огонь, между прочим, у девушки на груди. Хорошо, тогда давай поговорим о твоих творческих успехах или творческих начинаниях. Расскажи, ты сейчас записываешь песню, записываешь клип. Что в твоей творческой жизни происходит? Я сейчас записываю песню свою новую. Готовлюсь к съемке клипа. Я думаю, все будет жарко. Сегодня в этот вечер прекрасно я приехала, чтобы поздравить Ла Камилу, поддержать ее как-то и дать ей немножко огня своего. Ну как ты думаешь, Камила почувствовала твой огонь? Я думаю, да. Я думаю, да. А по каким критериям ты это определила? Ну уж извини за такой нескромный вопрос, но мне нужно понимать, что в следующий раз как-то людям свой жар отдавать. Ее восхитил, по крайней мере, мой вот этот внешний вид, моя прическа. Ну что ж, как говорится, огонь огню должен соответствовать. Пожелания тогда, Карим? Я хочу пожелать ей творческих успехов, всех несбыточных мечт, чтобы вот... в ее жизни горел огонь, чтобы она вот кишила вот этими идеями и воплощала их в жизнь, чтобы у нее все было круто. Ну что ж, Камила, больше жара, больше огня. Трудом, упорно, но мы продолжаем вечер.
только что за вчера был где-то равно единство. Но мы продолжаем вечером, веселимся, тусим. Все, пишем. А рядом со мной человек-легенда, заслуженный деятель искусств Чеченской Республики Анди Исаев. Здравствуйте, Анди. Расскажите, пожалуйста, как вам атмосфера сегодня в этом зале? Мне очень понравился сегодняшний вечер, так как это в моей жизни, в нашей российской шоу-бизнесе, первая встреча. Я очень рад за эту встречу. Хотел бы поздравить также с презентацией клипа Камилу. Поздравляю ее. Чтобы на этом не остановилась, чтобы продолжила, чтобы такие клипы, презентации мы у нее, чтобы видели десятки раз. Слушай, а я присоединяюсь к поздравлениям Анди Исаева и так желаю Камиле творческих успехов. Напоминаю, сегодня мы находимся на презентации ее новой песни. Что ж, Анди, расскажите, пожалуйста, в ближайшее время у вас планируются какие-то гастроли, концерты и так далее? Да, у нас планируется комплексный соло с командой, с продюсерского центра Сергея Филимонова. И первый наш соло-концерт комплексный будет город Ставрополь. Слушай, отлично. Возможно, вы хотите все-таки, я так понимаю, вы недавно, да, приехали со своей родины? Я прилетел с Грозного. Я был приглашен на «Шаг со звездой», потом на фестиваль «Нижний Новгород». И сегодня приглашены вот сюда. Ну что ж, а может быть тогда мы вместе с вами сейчас передадим всем тем людям, которые остались у вас на родине, большой-большой-большой привет отсюда, с этого замечательного. Приходите на наши концерты, мы не оставим разочарованных. Ну что ж, тогда мы отправляемся обратно в зал и смотрим за продолжение презентации. Да. Всего доброго вам, до новых встреч. До новых встреч, господа.